На один день заслону таямницы прочинили служащие Гомельского городского отдела следственного комитета. Тут прошел день открытых дверей. Познакомиться с профессией и доведаться об ее тонкостях пришли навученцы Гомельского городского кадетского училища. 32 человеки. Усе яны уже сегодня повинны вызначаться с будущей профессии. Бо увы, на у Министерства внутренних справ прием документов почнется уже праз несколько месяцев. Будущих абитуриентов особисто сустрел и провел экскурсию начальник ведомства Аркадий Третьяков. Для себя служить родине, проходя воинскую службу, я принял еще давным-давно, наверное, когда мне было 5 лет, я бегал с пистолетиком и говорил о том, что я буду милиционером. Да, я именно к этой как бы цели шел всегда, и уже 25 лет, как я служу Отечеству, но вместе с тем я никогда не жалел о том, что я принял для себя такое решение. Вот. Для ребят я, конечно же, хочу пожелать, чтобы их выбор был осознанный, потому что служба, воинская служба, служба в Следственном комитете – это нелегкий труд. Поэтому, когда придется им сталкиваться с трудностями, они должны понимать, выбор был осознанный, а, соответственно, я должен с честью и достоинством идти по своей жизненной дороге. Эта камера заховывания сапраўды таямничае место. На полицах сотни рэчаўных доказаў. До прикладу, гэтая плитка больше нагадывает шоколад. На самой же справе моцный психотроп. Тут кадеты смогли на свои вочи убачить не только, как выглядают такие речи, але и процесс их знищения. Кажуть, ранее такое бачили только у фильмах. И реальность значно отрознивается. Отчувается, что тут все серьезно. Я даже, честно, и не задумывался об этом. Вот я пришел и увидел, что я даже не знал, как это происходит, не представлял себе ни мнения. Профессия довольно-таки интересная, более чем ожидалось. Так что, возможно, когда-нибудь себе там на усечение возьму. Акрамя гэтага, кадэта чакала знаёмства с сучаснай крыміналістычнай лабараторыяй і пошукавымі чамаданамі. Кожны з іх дазваляе знайсці на месцы злачынства нават самыя дробныя рэчавыя доказы. Пасля незвычайнай экскурсіі юным гасцям прапанавалі дакрануцца да крыміналістычнага абсталявання і самім адчуць смак прафесіі. Дарэчы, дні адкрытых дзвярэй тут праходзяць 3-ці год запар. І сёлета пасля знаёмства з ведомствам многія з маладых людзей выказаліся, што сапраўды у будучыні хочуць працаваць менавіта тут. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».